Thank you.
круто, что совпало Russian Open, это мой самый любимый турнир, и мой день рождения, и все склалось очень хорошо. Я обожаю танцевать здесь, здесь всегда теплая атмосфера, люди, наши семьи, поддержки, мы очень рады всегда здесь танцевать. I agree as well, because it's one of our favorite competition, because we are from St. Petersburg, and all our friends, families, they are coming here to watch us, and they have this opportunity in such a nice place, such a nice atmosphere. Мне кажется, все сохранить, потому что все очень круто, сохранить атмосферу, тепло, которое здесь, и просто дальше еще больше людей. В этот раз вообще мы танцевали с первого тура, это было днем, уже была атмосфера, как будто уже вечер, поэтому только процветание и сил на это все.